Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. У нас есть гонка про темпы вакцинации в странах ЕС и России. Значит, начинаем с вопроса. Вот у нас есть легенда, которая, по идее, должна объяснять нам, как читать этот график. И у нас есть цифры, которые помечены цветами. Из этой легенды написано процент вакцинированных. Из этой легенды я должна понять, что вот все, что отмечено вот таким вот салатовеньким цветом, это 84%. А то, что коричневое, то 68%. При этом мы видим, и дальше по графику это видно, что цвета присвоены стране, а не проценту вакцинированных. Следовательно, вот эта вот легенда, она, скажем так, вводит нас в заблуждение и оставляет с большими-большими вопросами, что же эта легенда значит. А дальше, нижняя, у нас здесь есть ось. По оси у нас здесь есть январь, май 21, там, значит, по месяцам. А дальше начинается колонка 12, 24, 32. И, собственно, наличие этих лишних колонок, не заполненных контентом, не заполненных данными, собственно, и вызывает вот такую вот бешеную гонку, за которой невозможно уследить, а дальше оно все замирает там. Вот сейчас вот такой вот хоп, все, и замерли, и понеслась дальше. То есть вот эти вот колонки – это то, чего быть не должно в этом графике точно. Дальше едем по данным. Значит, если мы говорим, что это проценты вакцинированных, это мы догадываемся, мы этого из графика не понимаем, этого не сказано. Значит, если мы говорим, что это процент вакцинированных, то в январе 2021 года, согласно этому графику, в России было 70% вакцинированных, 70 человек, 70 тысяч. Непонятно. Точно так же, как и непонятно вот этот вот total, потому что total – это сумма. Если мы считаем разные страны, то как-то 135% вакцинированных. Значит, тут здесь, опять же, много-много вопросов остается. Ну и плюс в январе 2021 года мне не попадалась статистика, чтобы в январе 2021 у нас было 70% вакцинированных. Едем дальше. Вот по идее, суть гонки графиков в том, чтобы показать, как менялись места, да, как разные, как в любом спорте, как люди или в данном случае страны меняли свои позиции, меняли свои показатели и тем самым выбивались вперед. Из-за вот этой вот бешеной скорости мы не можем проследить. У нас просто мелькает что-то перед глазами и потом замирает на 99, 93 и так далее, какой-то цифре 93. То есть это как бы реализация этого формата не решает, собственно, пользовательскую задачу. Дальше еще следующие вопросы. Мы не можем положить в одну строку, мы не можем положить факт и ожидание. Это разного типа данные. То есть, если мы говорим про то, как проходили периоды вакцинирования, мы берем фактические цифры и раскладываем ее по странам. Дальше включается какая-то мифическая цифра процента ожидания, которая другого типа, это другая категория данных. Мы кладем ее на ту же самую строку и, собственно, получаем вот эти вот 99-97, которые не... данные, которые мы не можем представлять в графике. То есть фьючерсы, да, вот ожидание того, каким будет показатель, это не история про гонку диаграмм. Можно, например, написать в лиде, можно написать в подводке, что Франция ожидает достичь 99%, а сейчас и дальше показывается гонка диаграмм по реальным цифрам, по реальным данным. То есть нельзя положить в одну строку и прошлое, и будущее, и сказать, что вот оно так и есть. Это так с данными нельзя.
Вот, поэтому я бы сказала, что здесь нет источника данных, я не могу проверить, посмотреть, ну, то есть, где конкретно в таблице был сбой, где были ошибки, потому что здесь нет ссылки на источник данных, а он должен быть всегда. Чтобы вы не публиковали учебную работу или реально. Вот, поэтому здесь я не могу помочь посмотреть, что там в исходниках было не так. Но в целом это пока выглядит просто как набор цифр. Это, ну, скажем так, это не ответ на поставленную задачу. И там было еще в анкете, в паспорте задания, там был еще вопрос про десятичные дроби. Флориш отлично работает с десятичными дробями, и там в исходных данных вот вы можете видеть, что в примерах есть всегда есть целые числа, есть дробные. Просто в англоязычном мире десятичные дроби отделяются точкой, а не запятой. Если вы пробовали отделить запятой, тогда действительно была бы ошибка. Просто в разных языках по-разному пишутся, в том числе даже числительные. Поэтому собственно, если вы запятые меняете на точку в десятичных дробях, то у вас все будет работать без проблем. Вот, так что здесь, ну, то есть, можно сказать, что вы поняли, где какие кнопки нажимать в этом сервисе, что вы встроили код, разобрались, как взять, может быть, раньше умели, взять как embed-код и вставить это в публикацию в песочнице, это отлично, это хорошо, но с точки зрения самой истории, самой публикации, здесь, конечно, ее нет.